Итак, друзья, мы с вами оказались в центре острова Бурано, который славится своими разноцветными домиками. Развивается итальянский флаг в центре. Тут, конечно же, церковь. Конечно, кафе. И, конечно, разноцветные домики. Красота полнейшая. Святой Мартин, Святой Альбано. А здесь у нас памятник. Бальдасари Галуппи, Делло Буранелло. Родился на Бурано 18 октября 1706, умер в Венеции 3 января 1785 года. Буранелло. А тут за 15. Марик, можно я куплю? Я очень хочу. Да, конечно, господи. А 2 за 25. Ну, 2 нам... Ну, давай провезем 2. А я не знаю, как... А? Куда мы их запихнем? Ну, куда? В рюкзак. А, хорошо. Вон платок с котиками, как красиво. Слушай, а какой приятный он. Потрогай. Можно я куплю? Конечно, же нужно. А котики какие, мне нравятся коты. Мне тоже нравятся. Приятные на ощупь, такой натуральный. Конечно, бери и то, и другое. Тут в ассортименте всяческие футболочки, магнитики, сувенирчики. Ну, здесь мы сидели in piazzetta, на маленькой площади кафе. Банка Сан-Марко. Вот самые красивые домики тут. Ой, вот это вот мы хотели. Смотри, подпи меня. Или иди под мороженому, подойди. О, Боже. Ну что, обратно пойдем через спуск? Ну, сюда. Ладно, я старик. Доносятся запахи готовящегося обеда. Люди едят и выпивают, или закусывают, как сказать.
О, тут улочка похожа с магазинами и кафе исключительно. Итальянцы обожают своих собачек. Они разного размера, но очень симпатичные всегда. Да? А здесь лимончелло? Миньон. 2,5. Тут 5? 5 штук за 10 евро. Но они можешь купить. 50. Может? Да. Пахнет жареной рыбой. Тут жарят очень вкусную рыбу. Видимо, выловленную тут же неподалеку где-то. По тенечку на ту сторону я на видео сниму. Ой. Так, тихо. Да, буйство красок, конечно. Просто буйство.
не маленькая собачка шпиц на Кате. Здорово. Ну тут вообще цвета, какая-то романтика. Ой. И среди всего этого магазин Шпар. Картина абсолютно нереальная. Так раскрасить дома. При том, что каждый домовладелец должен красить свой дом ежегодно или даже раз в полгода, подновлять только строго в определенный цвет. Менять цвета нельзя по своему усмотрению. Но это и правильно. Такого буйства красок и радости для глаз в таком мире больше, наверное, нигде и нет. Хотя, может, где-то, может быть, и есть, конечно. Но не в этом районе. Вот, а здесь, оказывается, у нас тупичок. Солнце практически объектив.